И всем снова привет, дорогие зрители моего канала. Сегодня очередная Беларусь, и давайте рассмотрим последние события, которые происходят в ней. Я предполагаю, что осталось совсем немного и все закончится. Что же, не будем тянуть и приступим к видео. Акция солидарности произошла во Фрунзенском районе, где также эти люди вышли на марш протеста. Далее жители микрорайона Малиновка вышли на марш протеста с бело-красно-белыми флагами. Далее люди стали в цепь солидарности рядом с проспектом Дзержинского. На другом видео жители района Флагойский тракт, торговый центр Риги и сельхозпоселка решили вместе выйти на марш протеста, где скандировали слово «Живее Беларусь». На этом видео можно увидеть, как колонны автомобилей едут с государственной символикой по проспекту Победителей. Далее был замечен марш людей с советской и государственной символикой, где они проходили на площади Победы. Далее один житель из своего дома обнаружил небольшую акцию солидарности людей, проходящая в Сухарево. И заключительное видео на сегодня — это вечерняя перекличка в Грушевке вечером. Вот и все, дорогие друзья, кому было интересно, тот и молодец, и вас прошу не забывать про комментарии, они очень важны, больше от вас ничего не нужно. Всем спасибо за внимание и всем пока.